Стивен Фредерик Сигал, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям. This war that we are currently embroiled in was started and financed by the West and has come to involve the entire world in a fight against good and evil. All religions, all nations, and all people should unite instead of being controlled and fooled by the monster of fake press. We need to educate and illuminate all those who cannot see what is really happening. Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом, и уже затронула весь мир. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться, вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле.